Здравствуйте, друзья! Сегодня я хотел бы поговорить с вами в видео о такой платформе, как GetCourse. Зачем она нужна и как с ней работать, что это такое. Это отличная платформа для того, чтобы создавать свои курсы. То есть, если вы раньше не знали, как их создать, или как автоматизировать его продажу, то есть сначала его нужно сделать. Возможно, это какой-то текстовый, ладно, небольшой, а возможно, он какой-то включает в себя и видео, аудио, еще какой-то и текстовый вариант, то есть разные варианты, и какие-то длительные сессии, не одну, к примеру, то как это все организовать, или же онлайн-курс, то есть и как это все продавать и собирать людей и вообще монетизировать. То хорошая новость в том, что вот есть платформа GetCourse, где вам также не стоит задумываться о том, как же рекламировать свой товар, потому что там есть люди, которые его рекламируют. С вас потребуется создать курс и желательно обучиться, посмотреть примеры и создать лучший курс. Прям лучше-лучше. То есть, если у вас есть опыт, постарайтесь. Ну, для начала, конечно, первый шаг как выйдет, но в принципе, если вы вот, у вас есть желание, немножко осмотритесь, что это все не так страшно, и постарайтесь более подробно изложить свой курс, более доступно, чтобы как можно больше, чтобы более доступно для понимания, чтобы людям было легче. И я думаю, результат, то есть постарайтесь достигнуть какого-то хорошего результата и в пояснении, и в визуальном оформлении, чтобы человек понял. Постарайтесь так, чтобы это оценили. И в итоге приятный бонус в том, что вам таки опять-таки не придется заниматься его самостоятельной продажей, рекламой и так далее. До свидания. С вами был Евгений.